Итак, всем привет. Очередное видео. Несложное, доступное каждому. У меня сегодня G3 LG D855 модель. Принесли мне его с проблемой. Разъем зарядки, по-моему. Такой вот большой разъем у него. Заглянуть внутрь, можно увидеть, что что-то там не так. Сейчас по-быстрому постараюсь заменить. Почти разобрал. Так, снимаем системную плату, отстегиваем все, что можно. Устанавливаем держак. Попробую приблизить. Плюс. Убираем держак. Посадили ножки с обратной стороны. Видите, все село.
непосредственно сами контакты. Если есть микроскоп, лучше под микроскопом. Все видно. Все просматривается прекрасно, даже без проверки. Итак, сейчас я гляну под микроскопом. Все отлично. Вот так все это выглядит под микроскопом. Как видите, все прекрасно видно, когда паяешь, что село, что не село. Промываем. Так, давайте посмотрим. Подключаю к зарядке. Батарейка появилась. Еще и заряжена, оказывается, универсальной зарядкой, судя по всему. Ну, как видите, все нормально, 10 минут, все готово. 20 евро стоит эта работа у нас, ввиду стоимости телефона, довольно приличный. G3 сейчас на рынке стоит немало денег, поэтому и ремонт его обходится где-то так же. Всем спасибо за внимание, друзья. Я Дов. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем удачи в работе.